Давайте. Добрый день, друзья! Перед вами Blender DivaTrend Pro. Есть определенные тонкости при сборке данного блендера. А именно, если мы чуть-чуть его неправильно соберем, вот этот вот нож при работе будет отсюда вылетать. Прямо вот так вылетать. Поэтому я сейчас вам объясню, что нужно делать и на что нужно обращать внимание, чтобы этого не было. Первое. Как правильно собрать нож? Вот вставили. Показываю. Аккуратно. Нож очень острый. Поэтому берем, вставляем. И вот здесь, вот так, прижимаем. Все. Прижали. Срез. Вставляем. И вот тут самое главное. Это редуктор блендера. Он не должен уже стоять на этой крышке. Он должен быть снять. Закрываем вот эту крышку. Все. И теперь смотрите. Вроде как бы я ее закрыл. Вроде все нормально. Но на самом деле. Я это сделал очень легко, спокойно, просто. Она не закрылась. Обратите внимание, камеру сюда. Видите, да? Нету плотного покрытия. Не закрылась вот с этой стороны, вот с этой стороны. А бывают модели с прозрачной крышкой, и этого незаметно. Поэтому, когда вы собираете крышку, Алима, камеру вот сюда, внимательно. Снова, когда мы собираем крышку, убедитесь, что она плотно села. И потом закрываем. И вот теперь, видите, да, она плотно села, нету никаких искажений, изломов. Вот теперь нож вылетать не будет. Он вылетает только в одном случае. Еще раз показываю. Просто берем и закрыли. Видите? А если мы не плотно закрыли? Сейчас, чуть-чуть. Когда вот хочешь показать, не получается никогда. Все. Вот она. Все видно. Дальше, только после этого мы ставим редуктор. Все. Больше ничего не нужно. Все. Спасибо за внимание.